Сегодня 4 мая, яровой ячмень сорт Лаурика, норма высева 3,5 миллиона, ну, в этом диапазоне где-то 170 килограмм на гектар. Пока только у нас всходы. Благоприятная погода для яровой пшеницы, ярового ячменя. То есть все для этих культур сейчас как бы есть. И влага, и относительное тепло. Предшественник соя. Соя здесь тоже так встречается.